Вот тети мне манюлечка. Сейчас я тебе. Она уже для балюлечки мою. Отняла. Дети, русички, у тебя мои счастья. Ну потанцуй хоть ты маленько-то. Девочки и мальчики, привет, мои дорогие! Привет! С крещением вас! Сегодня 19 января. Я в парке Викейва Спрингс. Встречаемся с Ирой. Пока еще не вижу никого, но иду. Здесь очень симпатично. Я здесь очень давно не была. Так как у меня просто под моей попой за 5 миль от моего дома находится Блю Спрингс. Вот, и, в общем-то, сюда мне надобности ходить нет. Но здесь очень приятный парк, хочу вам сказать. И так как вот мы сегодня встречаемся с Ирой, Жанной здесь, они купаться будут, я не буду купаться. Хотя люди купаются в этих парках, вода всегда одна и температура. Неважно, какой температуры воздух, абсолютно неважно. И вот иду, кто-то сидит на креслах, видите, отдыхает. Кто-то идет уже с такими всякими кругами купаться. С, как говорится, pool toys. Я спускаюсь вниз. Ну, что я будете на меня смотреть-то, правильно? Кстати, вчера потеряла очки свои любимые. Вот эти вот черные, вот здесь вот с белыми. Потеряла, не знаю, найду, не найду. В каком-то из домов оставила. Ехать туда далеко. В ресторане нет, позвонила. У Алены в машине нет. В общем, просрала, как всегда. Чего уж там говорить. Так, смотрим, где там Ира. Сейчас, давайте вместе будем смотреть. Вот так вот выглядит Викейва парк. Викейва Спрингс. Все здесь очень оборудовано. Лестницы. Видите, все бетоном уложено, обложено. Люди купаются. Вот там по лесенке они спускаются. Крещение, конечно, американцы об этом не знают, наверное, что это крещение. Но те, кто знает, сегодня должны обязательно искупаться. Я купаться не буду. Вот еще, видите, русскоязычные. Здравствуйте. Здравствуйте. А, да? А я подружку свою ищу. Мы с ней собираемся встретиться, а где, не знаю, может, уже купается. А вы в Нью-Йорке живете? Ничего себе, видите, как мы с вами увиделись. Да, это наш любимый спад, мы здесь плаваем. Классно, классно. С крещением вас, сегодня же крещение. Да, вот. Спасибо. Так, видите, как классно. Люди с Нью-Йорка приехали, увидели меня, флоридскую фальконику. Где Ира-то? Господи. Ире надо, я так понимаю, звонить. Не знаю, где она. Так, я позвонила Ире. Ира говорит, иди по дорожке. Там, где дают, выдают каноэ, я, говорит, там рыбу кормлю. Поэтому идем смотрим, Ира, где там рыбы кормит. И мы с вами вместе пройдемся. Тут очень приятно, очень приятно. И вода всегда чистая, и просто можно сказать, как, знаете, в сказке, когда царевич или там, кто там, царь, нырнул в воду и вынырнул молодым. Правда, нет котла с молоком. Но все равно. Так, у меня бы тут телефон не упал. Ой, идем, идем, идем. Она говорит, так и иди. Не оглядывайся и увидишь меня. Видите, как классно купаются люди. Вон прям на углу сидят, как здорово. Так. Покажу вам немножко хоть природу. Хотя, конечно, я уверена, многие блогеры показывали этот парк сотню раз. Но каждый показывает, наверное, по-разному. Так, здесь Иры нет? Нет. Но тут, видимо, очень много рыбы, которую кормят. А, ну вот здесь каноэ и выдают. Да, видите. Можно взять и покататься. А вот и Ира у нас. Ну, чем ты накормила рыбу-то? Нет.
Привет. Ногами. Ой, у тебя какая кофта? Это мой мотив прям. С расписной, нет. Так ты чем кормишь рыбу-то? Ну так вот, знаешь, как в этих в Таиланде. Она своими ногами кормит. Я думала, кастрюлю супом принесла. Да ты мне позвонила, я соскочила к телефону, вон они плавают, видишь? Угу. Ну-ка. Вижу, вон какие. Вон они. Да. Не хотят так больше. Это маленькие ребятки еще. Так, вот они. Они вырастут потом. Они грызут вот ноги. Или они. Так они вырастут потом, или они. Или такими останутся маленькими. Слушай, я к Диле-то ходила, к подологу. Да. Они что-то мои ноги попробовали, наверное, там нечего есть. Ничего она им не оставила. А, ты к Диле ходила, понравилось тебе? Ну да. Да, она круто делает. Слушай, такая вода кожа. Теплая. Ты что, купаться-то да? будешь, Ира? Сейчас буду, я так я тоже так плаваю. Ой, видишь? Рыбочки-то. Вот тут, которые ноги грызут. Это вот они и есть, думаешь? Да. Они подплывали. А я, знаешь, она мне еще капельки дала, я мажу эти ноготочки. Угу. Вот. И погрызли меня, что-то отплыли. И не сильно им нравится, видно. И грызть-то, наверное, нечего уже. Ой, фу, не говори ничего мне лучше. Давайте посмотрим. Сколько хоть стоит лодки-то идти? Там, наверное, поплывешь, так еще и крокодила поймаешь за шиворот. Я-то, смотрите, в шлепанцах, в носках. Вообще, какое мне купание. Ну ладно, не пойду туда по песку. Ирочка в каком платье? Вот посмотрите, а вот это, не платье, это платье должно мне принадлежать. Это кофта. Это я типа просто... такая туника, да, красивая? Ну, обалденная. Да, вот а где ты такое купила? Ой, слушай, в России еще. Все самое хорошее, все в России, блин. На китайском рынке. Блин, так мне нравится. Жанночка, смотрите, вот смотрите, да. Красавица моя. Мы вчера поздравляли Свету, кстати, с днем рождения. Да, у нее день рождения. Тоже я звонила, поздравляла. Да. Ну что, пойдемте купаться. Давайте, пойдем, девочки, да, вы купайтесь, да, я буду вас крестить. Что, вот так вот правой рукой. Даже вот попу свою не осветишь. Нет, я вообще в носках, смотри на меня. И так святая, все чистая. Я вся святая. Не грешна. Ой, да, Ира, я святая. Того, что, когда про тебя говорят плохо, тебя очищают. Так меня хейтеры очистили так, что я как мать Магдалина. Или как там, святая Тереза. Мать Тереза. Кто хотите. Вот Дева Мария, наверное, не знаю. Поэтому... Не надо мне освещаться. От меня такой свет идет, что все аж слепнут. Жанна, ты помнишь, мы сидели на том берегу тогда с Оксаной? Позвонила сейчас в этот дом, во второй, где мы были. Ракунда, и риэлтору сказала, что я, наверное, у вас оставила очки. Так что, если мне позвонят, найдут, так найдут. Наташа, нет. Значит, мы лежали на том берегу, загорали. И я покормила ракуна, у нас там еда была с собой. С ноги. А он выходил, что ли, к вам? Да, вот он из леса. Мы лежали вот тут, просто загорали, отдыхали. И потом Оксанка тогда кричит. Ирина, я пошла купаться. Она Ирина! Кричит на весь. Какая Оксанка-то? Да это длинные волосы. Ну. Короче, она говорит, твою сумку ракун потащил. Короче, ракун видел, что я ему из сумки доставала. Схватил вот так вот мою сумку, хорошую такую, дорогую, и в лес вот так вот. Офигеть. А сейчас я здесь иду, и женщина какая-то говорит, ой, мы, говорит, вас смотрим, мы из Нью-Йорка приехали. Да ты что? Представляешь? Ну, вот видишь, так что. Приехала. Так она, я не часто тебя узнает. Ты тоже знаменитость. Девочка. Первый пошел, вынырнул, давай, ныряй. Боится. I'm waiting for you when you're gonna dive. Okay, do it. Yeah? No, why? I can't. Why you can't? You don't know how to swim? No. You just lying. Do it. Or I'm gonna push you. Я сейчас толкну тебя. Ой, врунишка, не могу, говорит, не умею. Хулиган. Ой, is it warm? Is it warm? Cold? О, девочки, холодная вода-то. Но одинаково все равно, наверное, холодная так. Вот тут тоже, смотрите, какая-то лестница, чудесница. Тоже куда-то ведет, в какое-то кафе. Там же кафе есть? Не знаю, какой-то зонтик. Я вижу какой-то зонтик, думаю, может, кафе. Ира наша пошла освещаться.
Ну чего там холодно, нет? Дороже будет ехать. А? Ну водичка хорошая, но я же плавать-то не умею. Давай ныряй. Прямо с головой. Вот как этот, видишь, как одни ноги пошли. А, это девушка так поплыла. Вот тоже парни. Ира у нас как русалка в красном купальнике. Плавает. Я не хочу даже купаться, не знаю. Но хотя, если я купаюсь, то я купаюсь вот в таких источниках. Намного лучше, чем бассейн. Или океан, если нет волн. А когда волны есть, то да, не очень хорошо. Ну чего там холодно, нет? Дороже будет ехать. А? Ну водичка хорошая, но я же плавать-то не умею. Давай ныряй. Прямо с головой. Вот как этот, видишь, как одни ноги пошли. А, это девушка так поплыла. Вот тоже парни. Ира у нас как русалка в красном купальнике. Плавает. Я не хочу даже купаться, не знаю. Но хотя, если я купаюсь, то я купаюсь вот в таких источниках. Намного лучше, чем бассейн. Или океан, если нет волн. А когда волны есть, то да, не очень хорошо. Смотрите, я включила режим Cinematic. Видите, сзади у меня такой фон размытый. Я сама вся красивая, не налюбуешься. Тетенька у меня спрашивает, какой же у вас язык? Я говорю, русский. Она так удивилась, говорит, о, русский, русский. У меня, кстати, новая футболка, хотите, покажу? Так, показываю вам. Вот у меня новая футболка такая. А прикольная, да? Вот. Даже Жанна сказала, что классная. Голубые глаза, как у меня. И сзади тоже. Дядечка всю малину мне испортил. Воскресеньем теперь. Спасибо. Вас настоящим теперь. Да. От тебя такой свет идет, прям тут хоть ослепнешь. Да. Нимба нет над головой случайно? Есть, смотри, ой, да, вон. Я там посмотрю на камеру. Да. Он ползет по голове. Видите, как классно, сейчас еще постою. Давай. Смотрите, мы встретили женщину. Where you from, Brazil? Она участвовала в Олимпийских играх в 1980 году, когда у нас медведь плакал, помните? Big Bay. So, did you, what place did you get? I played volleyball, uh-huh. And I went to the Olympic Games in 1980 Moscow. Oh, you won? Did you win? No. Your team didn't win? No. Brazil wasn't good at that time. Now it's very good. Okay. Mm-hmm. So how did you like Moscow back then? I love it. I've been there three times. Uh-huh. Wow. Three раза она там была. In Russia, yes. Oh. I went to a university games. Uh-huh. And to this Olympic games, and another time I went there. Wow. Three times. That was big Olympic. Yes. I love being there. Она как мне так там понравилось. Yes. That's awesome. It was a very good experience. Yes. To be there. Back then it was Brezhnev, I think, president, our
Brezhnev, right? Yes. It was Brezhnev, yes. Yes, 1980. Wow. All Russians people remember that game. Yes. Because that bear, yes, bear yes, was bear. Flying and crying. Dada crying, mm-hmm. Yes. The bear was crying. We all was crying, actually. Yes. Так круто вообще, представляете, человек, который участвовал в Олимпийских играх. Это Ира болтала-болтала и вскрыла, как говорится, такую тайну. I just asked her, how did you discover? And she told me. Yes, I told her. Yeah. Because I have been there in Russia. Yeah. So, I've been in Kiev also. В Киеве тоже была. That's cool. Yes. Kiev beautiful. Yes. Yeah. Not for the Olympic Games, for another. Yeah, yeah, for another. World. Universal. No, for world probably competition. Универсиада. Это Универсиада. Yes. Like students. Yes, yes. Oh, okay. Универсиада. Короче, вы в универсиаде тоже в какой-то там. Wow. That's really cool. 1978. Perfect. I was 78. Wow, what are you doing now? Yeah. What, you live in America? No, no, I'm not. You don't live here? No, I live in Brazil. Ah, you live in Brazil. I live in Brazil, and I stay here with my family. Oh, see, nice. So that blonde girl, it's your granddaughter? No, the blonde, not the blonde, they're a friend of us. Ah, I see. They live in Vancouver, Canada. Vancouver, okay. One I just been in Vancouver. Vancouver too, also. Представляете, как прям... Yes. Yes. Вот так встретить из Бразилии в Америке женщину, которая участвовала в Олимпиаде в 80-м году. I say, this is what the odds. Yes. You from Brazil, we from Russia, and we met you because you was in Olympic in 1980. Yes, that's yes, crazy. That's wow. I love it. Love yes. it. You probably have pictures, but you don't have it right now, right? No, I don't have it now. Yeah. But I have a picture in the album. In album, yeah? Yes, and I have a picture with all the, my team in the square, the main square, the Moscow. Red square. Red square. Yes. Yes. Куколка такая хорошая. What is your name? Eliana. Eliana, wow, beautiful. Yes. Eliana. I still have a small bear. Oh, really? Yeah, a small bear. Все like еще у нее есть медвежонок с 80-го года, с олимпийский медвежонок. Yes. Супер. My name is Natalia, yeah, Irina. Natalia. Yeah. Natalia. Наташа. There's Natasha and here's Natalia. Наталья и Наташа the same thing in Russia. Oh, really? Yes. Она говорит, это такие приятные воспоминания, когда я была, говорит, в России, в Москве, в СССР. Yeah. She's truck driver. Huh? Truck? Big truck driver, yes. Truck driver. Она не может поверить. And I'm realtor. Oh, I'm realtor in my country. Yeah, I'm realtor too. Really? Yes, I'm also realtor. So you're coolest. That's amazing. I'm also realtor. Here? Yes. Orlando. Yeah, in Florida. Yeah. In Florida. Yeah, since 2007. Since 2007. Да, license то у меня со 7-го года. To be a realtor here, you have to study how long? 1 year? No. No, it's not long. I was in school like for 3 months, but then you do exam. It's exam is the most important. Okay. Yes. The most important. And then you do every 3 years you renewing your license. Very good. Да. I'm a realtor for more than 10 years, 12 years. Yeah. Okay. Go. So when you've been in Russia, it was USSR. Yeah. Yeah. Mm-hmm. It was USSR. That was great time. We really miss USSR. We really do miss that. Yeah. Really? Mm-hmm. Why? Because it was good. It was everybody was. It was friendship everywhere. You know, nobody was fight. And now, how is? Maybe we was poor. Maybe we didn't have some things yes. what we have now.
But right now it's no peace. No. Yes. Yeah. Yes, that's right. Yes. That's right. Alisi. Alisi, how old are you? Three. Oh, you're so cute. You like Cinderella. You like Cinderella. You do? Tell her where you live. Oh, I like so cute. Tell her where do you live? In Orlando? No, in Canada. In Canada. No. You from Vancouver? I live in a house. Oh, she lives in a house. Okay. I live in my house. Yes, in your house. Alicia, look at me. You live in Vancouver. No, I live in my house. Oh, yes, in a house in Vancouver. Yeah. That's the city where you live. Yes, I go to Сирии. Какая идет фотосессия? А женщина-то, посмотрите, уже в возрасте беременная. Это муж ее. Муж стоит вон. Я бы тоже хотела быть беременной. Я бы с удовольствием была бы сейчас беременная. Блин, так классно. Смотрите, как подплывают. Последняя лодка, наверное. Какие спортивные. Говорит, мы тут успели. А вон тетенька идет. Видите, это не последняя. Да, это последняя. Да. Пришел, покормите меня. Да. Просит. Просит, да ты какую рыбочка красивая. Типа, на. Ой, да ты какой халясюлечка-то. Ну. Ира, покорми его чем-нибудь. Так у меня ничего. Ой, подожди, у меня блин. Банан есть. Ну дай ему. На, а на. Думаешь, будет он банан есть? Конечно. Ну где на, вот? На. Ну, да, кинь ему сюда. Где он? А вон он. Где? На. Ой, ты сладкий. Нет, банан сам. Так ты сам банан ему. Ты корку даешь-то ему. Конечно, он и банан. Он не дурак ведь. Банан-то он съест. Подожди, дай ему встать на задние лапки. Да ты моя вся полюсечка, матюлечка. Да. Ручечки-то расставили. Прямо лапками смотри. Да. Дай ему пусть лапку возьмет. Ой, тетя Маня, манюлечка. Господи, да давай я тебя хоть домой к себе возьму. Дай я к нему подойду. У тебя мало ее. Давай. Ой, ты маленькая булечка. На, да ты моя пилюлечка любименькая. Ой, ты коляченькая, ты коля-ли-булюти. Я не могу. Давай. Сейчас, погоди. А он так он даже и не боится. Давай. Иди сюда. Дети, русички у тебя мои шляски, ну потанцуй хоть ты маленько-то. А бабудечки, бубу, делючечки мои. Все. Вышел, все. Все, нету. Нету больше, покушать тебе что ли? Дети, моя желетаечка-то. Сейчас тебя укусит? Нет, он не укусит. А что он будет кусать-то? Ты же его не пугаешь? Дай я тебя поглажу хоть. Мозочку-то дай погладить. Тетя маленькая зопочка-то. Мы заезжали в русский магазин, там целая коробка продуктов. Ну чего же хочешь, никто больше ничего не даст. Ой, ну дайте. Дяденька кушает чего-то. That's raccoon come to you. Raccoon come to you. Give him something. Oh, he's... They don't give it to you nothing, yeah? Oh, he's here. Come here. Look. Ну, пока у меня-то нету, дяденька не хочет делиться. Вот жмот. Что же он какой жадный? Пузо такое наел. Господи, ну что ж они все голодными боятся остаться? Такую-то куколку. Да как же тебя хоть и не покормят ничего? Да нету у меня больше. О, если бы я знала, что я тебя увижу, я тебе бы весь холодильник принесла. Ой, тетенька говорит, ну, обиделся он. Злые вы, уйду я от вас. Они злые, да. Понимает, конечно, тетя сказала, ну, да.
А вообще в Америке их нельзя кормить? Запрещено, да. Пошел, пошел. Моя гуленька маленькая. Тетя с дядей, какие жадные. Ничего тебе не дали. Миленькому моему. Сладенький. Да ты такой добрый, главное. Подошел, ручечками подрега. Тепа-тепа, побезяя. Иди еще раз с тобой. Иди еще раз с тобой, я тебя поглажу маленечко-то. Мой кокулечку мою. Все, нету больше ни у кого ничего. Иди. Ой, как жалко-то. Сейчас Ира тебе принесет что-нибудь. Пошла что-то покупать, если не убежишь. Господи, эти вот пожалели. Надо быть такими жадными людьми, скажи. Прям жрет. Прям жрет эти вот чипсы, запихивает себе в рот. No. Что этому животному не дать? Он вообще в лесу живет, он вообще никого не трогает. Не... Я понимаю, у нас комьюнити нельзя кормить, да? А здесь-то, господи. А чего это не едят в дикой природе? Сам Бог велел, не знаю. Такой миминючка тут маленький. Недавно, видно, закрыли, видишь? Да, жалко. Смотрите, пришел в кафе. Он знает, что здесь... Он знает, да, кусочки собирает. А нет, по-моему, другой, а может и этот же. То ли другой, то ли этот же. А мы тогда здесь сидели. Доедает, доедает. Слушай, какой-то второй этаж, он залез сюда. Миленький мой. Уже что-то, да. Господи, ну как тетка тебе-то? Не прощу это, этой паре. Даже там что-то мороженое или еще что-то, да. Он такой холесенький. Оно даже не убегает. Ну его, наверное, кормят тут многие. Да кормят, кормят. Он видишь, как подчистил здесь все. Ну, есть у дяденьки что? Нет, нету ничего. А что, что у меня нету коробки здесь? Миленький мой. Все бы скормила. Все по Люсечку. Ну, вообще бы я его погладила бы. Лапочки-то у него какие хорошенькие. Какие ручки интересные. Ручки. У него самые настоящие ручки. Все-все-все могут делать. Я бы тебе сейчас прям холодильник целый привезла, если бы могла. Я говорю, что хорошо, что я коробку из русского магазина нету. Да. Уже она в машине осталась. Сейчас бы все бы скормили ему. Может, у него деточки. Я не знаю, тетенька это или дяденька. Кто это? Да какая разница, они все похожи. А как их различать, девочек или мальчик? Ну, по письке как? Конечно, как еще-то? Больше никак. Ну, пошел, это пошел. Это девочка, видишь, у нее титечки висят. Может кормит, быть. Кормит. Наверное. Ой, я не могу, девочка. Эта пара меня взбесила прям. Как хорошо, что у Иры был банан. Он прям подходит так нежненько, берет из рук вообще. Не царапает? Ничего. Нет, вообще ничего, конечно. Матушка. Ира, вот он, вот он, вот он, вот он. Пойдем, пойдем. Дадим. На. Иди сюда, на. Иди сюда, иди, иди, иди. Да. Иди, дам, иди, иди, иди. Не говори только мне, что ты не хочешь. Ушел, ушел. Другой? Ест, 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 ест. Пойдем другого найдем. Пойдем. Иди сюда к нам. Иди, пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, я тебе дам. Иди сюда, иди сюда, иди. Иди, пойдем. Да как не надо-то? Пусть. На, Ира, бери мешок-то. Бери. Сади его, усаживай его за стол. Ой, дядя Тима, если это Тюя. Титечки, ну, конечно, она и есть. Сейчас еще подойдет. Спасибо. Я? Yeah. Так это они и есть. Россия. Россия, да? Right? Россия, я. Yeah. Россия. Да, give it to him. He's gonna take from you. Yeah. Он любит. Okay, we have to go. We have to go now. Mm. Last one, we need to go, okay? Девочки. Okay, time to go. Thank you. Bye, Ракун. Девочка сейчас будет тоже. Он с удовольствием ест эти палочки-то. Куколка так тоже сладенькая. Много-то, наверное, не надо. Он как чавкает, так вкусненько. Дайте ему вкусненько поесть. Конфетку, конфетку съела. So give it to him, yeah? No, don't be afraid. Don't be afraid, he's gonna take from you. Да, да, титечки у нее. Она кормит, конечно.
Ну слушай, они немножко солененькие, эти штуки там. Угу. Да мы тебе весь мешок оставим, не переживай. Можешь его домой тащить к своим детям и мужу. Ты мужа и брата накормишь всех. Он как хрустит. Ага. А ты, Ира, смотрите, как хулиганка издевается. А как ему достать? Вот не... Ух ты, достала! Я думала, он сообразит и запрыгнет на скамейку. Дай-ка я ему дам вот так отсюда. Симпатичненькие зубки. Хорошенькая, да, девочка. Иди сюда. Ну слушай, они сыграют. Девулечка маленькая. Да ладно, что ты боишься-то за нее? Сбегает, речка напьется. Вот именно. Да? Он как кушает. А положи еще раз на стол. Так он я вот... Это, а, вот на столе, да, есть. Смотри, иди сюда. На. Вот. Она прям здесь ручная. Нет, сейчас будем уже это, усложнять задачи. Давай. Просто достал. Вообще. Сейчас я тебе. Она уже для Балюлечки мою. Ой, отняла. Ну, вот. Слушай, когда она наестся-то уже? Господи, какая мордашечка-то у тебя. Она уже не смотрит. У тебя уже все штаны в этих. Ну, плевать. Давай еще одну. Это ну типа как кукурузные палочки. Да, как понравились ей палочки там. А у тебя, смотри, смотри, у тебя ручечки-то все в палочках. Где сегодня делят-то хоть тебе? Давай, скажи. Ну, манюлечки мои. Не отвлекайся. Себе половинку мне. Погоди, давай потанцуем немножко. Ну, немножко-то. Ну, вкусненько-то как тебе, курочка моя. Чё, Коля, колёсенько, это ты? В мире животных. Господи! Ой, упала. Ой! Забирай. Слушай, вкусно. Вон белочка сидит. Вот я сейчас отдам. Они даже на задних лапах ходят, в принципе-то. Им это даже не сложно. Ну что, вкусно, давай. Иди ко мне сюда, на задних, иди сюда, иди, иди, иди. Ну тогда не дам, давай. Еду надо зарабатывать, милая. Скажи, до этого так просто кормили, сейчас что-то плясать заставляют. Да, уже наелась, а плясать-то тяжело, скажи. Слушай, ты видишь, какие титечки у нее? Титечки, да. Детички большие у нее. Ладно, нахуй, не будем мучить, наешься еще тут. Когда тебе еще такое счастье выпадет? Ну-ка, поснимаю, как он кушает. Кушай, кушай, миленько, кушай. Подожди, 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 ты подходишь, она боится. Да ничего не боится. Уж она не оставит ни за что эти палочки все. Кстати, и белку-то мы накормили. Там много их. Ну чего? Ну чего? Еще хочет. She taken very carefully, very tender. Смотрите, какая красота стоит у нас. Ох, как ее фотографируют тут. Говорит, вот так встань, вот так встань. Какая красивая девочка. Все ей подносят, все ей уносят. Наверное, это Sweet 16.
always make you smile. 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 Me encantan ese acá, las dos manos en la cintura. Ahora las dos manos en las capas, como una mano en cada capa. Eso ahí, perfecto. Ya mírese acá, con sonrisa. Las manitos. Ahora ponte tus manitos así. Eso, ahí. Bella, ahí. Ok, vamos a colocar esta capa como un background, ¿sabes? Vamos a pasarle como un fondo atrás con el rojo. Estas. Un минутico más, levanta un потитико más ese pedacito. А видите, сколько тут работы, чтобы сделать красивые фотографии. Там как, боже мой, как муха-цикатуха в паутине. Мама, вот в белом мама. Девочке 15 лет, не 16, мы спросили уже. Какая девочка красивая, Ира. Да, очень красивая. А вот если Жанну твою так одеть, представляешь, глаз не отвести. Давай купим Жанне такое платье. Пусть ходит по Орландо. Beautiful. Очень красивая девочка, очень красивая. Любуемся, с Ирой оторваться не можем. Платье такое шикарное, красное. Очень красиво. И она прям такая, как свежа, как майская роза. Да, да, как майская роза. Так что мы от... енотов к девчонкам красиво. Да. У нас видео сегодня классное. Накупались. Загорались. Нет, не загорались. Нет. Ну, сегодня тепло. Да, да, да. То ли ее раздевают уже, то ли ее переодевают. Ну, он халатик принес. А, сейчас не халатик, это они сейчас постелят. Ой, смотрите, тут чего только не будет. Ну, все, ладно. А, сейчас они переодевать. Наверное, да, переодевать. Все, ладно, мы пойдем. Ах, какое небо красивое, девочки, мальчики. Как назло автобусы. Сзади меня такое небо красивое. А мы с Ирочкой едем в ресторан отмечать крещение. Заехать в Алтамонте Спрингс. Помните, я вам показывала совершенно недавно видео, как я там гуляла. И вот едем в ресторан. Ира говорит, ой, давай заедем, проедем, посмотрим, да, какая красота. Это место, это набережная. Ну вот я пока поснимаю и Иру покатаю здесь. Да, да, да. Здесь очень симпатично. Наташа, как едешь, да я сейчас не переживай. Там просто с коляской шли, поэтому не переживай, Ира. Все, вот, разглядываем. Очень красиво. Посмотри, какие там квартиры красивые, да? Вот там. Ты на квартиры, я на природу смотрю, ты на квартиры. Нет, дома, вот эти два дома красивые. Набережная какая. Посмотри, какие тут такие арки, прям вообще очень, да, шикарные. Здесь. А здесь такая елка каждый год стоит. Да, 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 Ира, да, да, милая, тут такая елка. Я знаю эту елку. Да. Амфитеатр. Не так едешь. Все, она мне все делает эти замечания, я что я еду не так. Professional driver. Понятно. Смотри, какая подсветочка здесь, очень красиво. Очень красиво, да. Елка вот здесь всегда стоит. Вот она стоит, да. Вот я не помню, где она стоит, на каком месте. Ну, где-то вот здесь, да, около этого здания. Но здесь очень симпатично, конечно. Фонтанчик, видишь? Очень красиво. Вот мы недавно тут с моими подписчиками тут гуляли. Аптаун называется это. Очень шикарно. Аптаун. Что такое Аптаун? Аптаун – это верхняя точка города называется. Наверное, действительно верхняя. Да. Все, поехали в ресторан, Ира. Фонарики такие симпатичные. Ира, в такую красоту пришли.
ресторан в Алтамонте Спрингс, и называется он Season 52. Ира, ты куда побежала-то? Я думала, на какашку, может, наступила. Очень симпатичный ресторан. Была я здесь только пару раз. Он такой, считается, ну, приличный, так скажем, ресторан. Не знаю, не помню, дорогой он или нет. Не дешевый, да, но музычка играет. Сейчас вам покажу. Здесь такая вот плачущая стена. И написано Season 52. Так, где у меня Ира? Ира тоже снимает. Вот такой вот ресторанчик. Сейчас мы зайдем. Видите, как 52 из двух. Ой, вот, видите, как красиво. Ой, там прям fire. Oh, my goodness, look at that. Вы посмотрите, fire. О, как классно. Там вот для кого-то, вот для больших компаний. Вот Ира настрое. Давайте пройдемся по ресторану вот так быстренько. Но, конечно, здесь темно. Смотрите, какое дерево настоящее здесь. Нам сказали ждать целый час. Я говорю, мы в баре посидим. Но в баре, он говорит, если вы найдете место, то, конечно. Здесь у них, смотрите, винная комната. Смотрите, как круто. Ира, пошли, открывай. Нет, нет, нельзя. Так бы мы с тобой засели там. А в баре, посмотри, место. А в ресторане, а в ресторане. Давай посмотрим вокруг. Может, найдем парочку мест. Идем, смотрим. Да, видите как? А все, у людей денег нет. В дорогих ресторанах не пробиться. Ой. А места-то и нет. Вот приехали. Но вообще здесь рядом, напротив, Багама Брис, если ты хочешь. Нас тут обидели, можно сказать. Ладно, надо идти сюда. Конечно, даже подают на досочках, так интересно. Да. Куда, где выходить-то? Пойдем вот там будем. Ой, а на улице-то как прекрасно. Просто прекрасно, да. А что, у вот сайта не тоже мест нет, что ли? Нету, а сказать, он сказал, нету мест. Окей, ладно, да, Багам Брис тогда придется нам идти. Найдем куда. Что это за безобразие? Что девочки делать? Хотели поесть, оставить очень, деньги. Очень популярный ресторан. Хотели обогатить ресторанчик. А они говорят, нет, через полтора часа можете обогатить. А мы ждать не будем. Полтора часа надо ждать или делать резервацию. Я вместо енота хоть съела вот эти палочки кукурузные, но все равно я бы что-нибудь попила, водички бы попила. Солнце уже зашло, но так красиво, прям хочется вам показать. Вот все, обедню испортил своим брыганием. Мне приходит песня на ум. Мы с тобой от ресторана к ресторану, как будто от дома к дому, и там эти котята-то. Мама, мама, кошка, выгляни в окошко, есть хотят котята. В общем, пустят, не пустят, придем, посмотрим. А это ресторан, где мы с Винсентом познакомились. Эл Хаус. Миллерс Эл Хаус. Я не помню, что было раньше написано Миллерс. Просто Эл Хаус было. Сейчас все поменяли. Но вот это заведение, где мы познакомились. Но теперь нам не надо Винсента там искать, поэтому туда мы не пойдем. Вот сюда, Ира. Можно. Другая песня пришла на меня. Какая? От ресторана до к ресторану. Идем с Наташкой, мы как цыгане. Как цыгане. О, смотри, подайте кушать. Мешок оставим. Так. Да. А где огонек? У них что-то и огня нет. Но его что-то не зажигают. Да. Здесь вот очень часто зажигают огонь. Очень красиво. Но сейчас его нет.
Короче, мы Жанну ждем. Пока Жанну ждем, по-моему, она приедет, мы уже ее не узнаем. Я шучу. Посмотрите, какие красивые у нас напитки с сырочкой. У меня пинаколада, у тебя сангрия. Белая сангрия очень вкусная. Кстати, вот такую, вот такую вот красоту мы с ней пьем. Ну как? Пахнет вкусно. Конечно. Такой сок, знаешь, газированный. Какую красоту-то принесли? Чипсы, салса и Spanish dip. То есть шпинатный этот... Как дип называется по-русски? Как бы ты сказала? Обмакивать, да? Помакушка. Да, помакушка. Ну-ка. О, вкуснятина. У нас Жанна пришла. Жанна отъезжала по делу. Мы пока тут, как говорится, с мамой выпивали, боялись, что тебя не узнаем, когда ты приедешь. Это я вас узнаю. Да, я шучу. Так, девочки, ну давайте, мы так хорошо сидим всегда, просто прелесть. Я у Иры бокал взяла, потому что у меня уже все выпито, честно вам рассказываю. Но чтобы не в руках вот не было пусто. Да. А Ира говорит, что это орхидея. Разве это орхидея? Это гибискус. Гибискус. Я такая уже не знаю, на каком языке разговаривать. Это гибискус, Ира, это не орхидея. А ты спорила со мной. У Жанны очень красивый, красивое блюдо. Рыба с картошечкой. Это наша официантка. Маскалито. Do you have маскалито? Маскалито with mezcal. I don't have a mezcal. Нет. Жанна у нас хочет заказать что-то экзотическое. Посмотрите, какой напиток принесли Жанне. И да, это действительно оказалось орхидеей. А не орхидеи. Оркис. Орхидеи вставляют напиток. Я думала, орхидеи скоро. Бери, бери, я тебя буду. Буду снимать, как ты пробуешь этот напиток. Ты сама-то у нас как орхидея. Ну, да, это очень вкусно. Да, ну хорошо. Да, это драгон. Ой, как красиво, девочки, дорогие мальчики. С крещением вас. С крещением вас.